Героическая, монументальная, победоносная. Если бы с помощью музыки можно было победить всю российскую армию. Всемирно известный кинокомпозитор Ханс Циммер отправился в свой европейский тур. Еще более 2 лет назад он нанял для своего турне оркестр Одесского оперного театра. Однако началась пандемия, а теперь на родине украинских музыкантов идет война. Только часть оркестра смогла покинуть Украину. Мы действительно смогли в итоге вывести только 10 человек из оркестра. Эти 10 человек сейчас здесь. Встаньте, пожалуйста. Десять украинских музыкантов, пережив страшные дни на родине и бежав от войны, отправляются в европейское турне с Хансом Циммером. Веру Иваниденко мама разбудила среди ночи, когда началась война. Она говорила: «Собирай свои вещи и будь готова двигаться в подвал». Вот так началось это утро. Мы не понимали тогда еще ничего. Вот это было страшно. Из-за того, что ты не понимаешь, ты никогда с этим не сталкивался. И это какое-то липкое чувство. Я до сих пор переживаю, когда я думаю про это. Вера теперь в безопасности. Но половина оркестра осталась в Украине. Некоторые из музыкантов даже участвуют в боях. На их месте в оркестре музыканты со всей Европы. Мы чувствуем, что мы едины с этими музыкантами, которые присоединились к нам, и мы являемся частью одной большой европейской семьи. Я чувствую это так. Я думаю, что музыка в любые времена — это очень важная часть нашей жизни, потому что она заставляет нас отвлечься вот от, например, таких ужасов, которые сейчас происходят. И я могу сейчас сказать точно, что мы здесь, и мы немного живем, ну, чувствуем себя живыми, когда играем эту музыку. Сцена как место, где можно хотя бы ненадолго забыть об ужасах войны. На самом деле нам, присутствуя здесь, это не менее тяжело переживать, чем тем, кто остался там. Но, безусловно, мы очень сильно переживаем. Для нас это огромная боль всего нашего народа. Мы молимся только, чтобы это поскорее закончилось. Они играют не только для зрителей, но прежде всего для своих соотечественников, для своих семей. Ожидается, что до конца апреля пройдут концерты более чем в 20 городах. Что ждет музыкантов потом, этого никто не знает. Мы сейчас не думаем, на самом деле, о будущем. Мы сейчас думаем о том, что действительно произошла очень серьезная переоценка ценностей. Очень многие вещи, которые казались когда-то важными, сейчас просто рассыпались ничто, и все наши планы, они очень сильно изменились. И, конечно, наша жизнь уже не будет прежней, и мы сами изменились очень сильно внутри. Но теперь мы знаем, что очень важно ценить своих близких, ценить сегодняшний день, стараться максимально выкладываться каждый день, потому что никто не знает, что будет завтра. Музыка как опора и спасение в трудные времена. Сила и решимость музыкантов глубоко потрясли Ханса Циммера. Спасибо вам, что нашли в себе мужество участвовать в этом турне. Спасибо, что являетесь частью нашей семьи. Мы любим вас, все эти люди здесь для вас. Следующая композиция посвящается женщинам Украины. И это, конечно же, может быть только одна композиция — «Чудо-женщина». Wonder Woman.